создать его типа в России. Нет. Маш, я тебе одушный осколок притаскивала? Ты его относила? Не знаю. Девочки, посмотри, я его в сундук положила. Так как я запросила вот это вот улучшение кухни, они улучшили мой дом. Я же говорила. Вот. Это не страшно, но просто... Я не знала, я этого не знала, сори. Вообще нормально. Да нет, ладно, улучшить. Да, улучшили дом. Там было написано, что типа улучшение ее дома. А, ну... Главное кушать готовь. Да, вот и я. Все остальное не важно, просто кушать готовь. Вот и я о чем, поэтому... Конечно, удобнее было бы, если дом Ви был бы. Сейчас я посмотрю, что я могу приготовить и что для этого надо. Так, я пошла. Нам еще нужна приманка? Жучиная плоть, да, конечно. Да, нужна приманка. Санфиш, лещ, пшеничная мука. Просто мне бы еще железо потаскать, они на разных этих местах находятся. Ну, ща. Значит, я сейчас пойду за руками, а ты железо... Ты тогда начинай с нулевого, а я начну с 60-го, чтобы мы с тобой то и другое нафармить успели. Готовить сейчас очень дорого. Просто вот и надо изучать рецепты, потому что из всего того, что есть, это мы ничего не приготовим. Увы. Ты рыбки взяла там? Кто? Я всю рыбку взяла. А, Вик, тебе надо было что-то делать в дождливую погоду. Куда-то идти. Не в этот лес, как называется? Нахуй мне надо было идти. Сейчас. Так. Принт Саммер, сам пишешь. Желтого хуесоса ты уже нашла. Сальмон. Сом, осень. Тигровая форель и песковник. Песковник это не сейчас, вот остался. Сам Ренни, вот, мне надо пойти этого. Бахнуть. Кэтфиша в тайный лес. А, радужный осколок, да. Он очень дорогой, но ладно, я Гюнтеру отдам. Так, и пойду в лес набивать это. Короче, надо рубить плотничком мне дерево, чтобы катки дальше делать. А, Иви, тебе завтра надо будет сходить, улучшить себе топорик или еще что-нибудь. Угу. А, наверное, кирку лучше... Да, я тоже взял кирку, наверное, потому что я гораздо хотя бы проще иногда будет. В шахте бываю, а вот... А, значит, сделай кирку. Тогда, знаешь, что... А, знаешь что, давай сделаем так. Я сейчас еду домой по-бырому. Иди, рыбач. Я сейчас беру слитки, улучшаю свою кирку, потому что, ну, я ничего не долблю. А так будет быстрее. А ты пойдешь рыбачить, потому что я за тебя рыбачить не могу. А ты ее просто заберешь. Мне кристальный фрукт упал. Тут круто. Не знаю, что это, но, наверное, круто. Что-то, что я принесу, я поняла. Еще один папоротник нашла, если надо. Не надо, но потом надо будет для готовки. Все теперь надо для готовки. Мне кажется, теперь проще оставлять всю рыбу. Потому что, смотри, сейчас нужен, допустим, город. Сейчас нужно для того, чтобы сделать санфиш по рецепту, нужен лещ и что-то, и санфиш. Так, улучшить инструменты. Кирка, медь. Да, кирка, медь. Да. Все, 2 дня. Заберешь потом. Пойду тогда. Я еще сам пишу, значит. Да. Я еще сам пишу. Ладно, завтра принесу. С санфишем проблем не будет, а вот с лещом. Да, понимаю. Ну, это вот именно, чтобы если мы хотим что-то готовить. Ну, там очень ебейшие, конечно, показатели того, как оно отхиливает. Понятно. И сколько оно дает энергии там прям вообще. Но и рецепты сейчас все дорогие. То есть это
Реально надо, знаешь, весь урожай копить в этом. В сундуках. Пыталась понять, что у меня на скриншоте за ящички такие цветные, а потом поняла, что это узелки. Ящички? Да, у меня на скриншоте такие маленькие ящички. Вот название рыбы, цена, сколько она стоит, какой сезон ловить, какую погоду, какое время и сложность. И справа от сложности там прям такие типа как боксики такие, коробочки разноцветные. Mm-hmm. Это узелки, оказывается. Mm-hmm. Это обсидиан? Почему такой темный камень? Это нефрит. По идее, мы должны успеть. 28 дней. Ну-ка. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, 11. И в середине осени. Чисто в теории я должна успеть. Поймала сама. Ух ты, ты умничка. А радужная форель... Ой, вот эта вот форель, короче, это осенью, правильно? Просто форель? Нет. Тигровая. Да, осень-зима. В любую погоду. И еще одного поймала. Вот это... Я тогда отсюда выхожу и иду на речку ловить. А знаешь, что я подумала еще? У нас не работают сплинклеры. Потому что у нас вот такая территория, ну, типа пляжная, или как она называется, да? Но у нас же потом будет теплица, которую мы через узелки сделаем. А теплица — это как бы отдельная локация. Вот интересно, будут ли там работать сплинклеры? Да, должны. Вот я поэтому и не выкидываю, и не продаю этот сплинклер, который дали, ну, за узелок или за что-то там. Короче, просто мне Вика как-то пару раз, ну, пару дней назад спросила, зачем нам сплинклер. Я вот потом посидела, подумала, что, может быть, нам... повезет. Привет. Лещ, да? Поганый. Лещ поганый. Это нет, очень не круто. Щука. А. Щука, щука. Ну, короче, сейчас рыбу, короче, надо ловить и оставлять, потому что когда-то из нее можно что-то приготовить. Ну, и хотя, с другой стороны, можно будет просто тебе сказать, и ты что-то выловишь. Пока мы просто мало рецептов знаем. Поэтому... На самом деле, эта рыба меня живой держит. Чего эта рыба? Меня держит в живых. Mm-hmm. Поэтому, если я не буду ее есть, это большая вероятность, что я... Да ешь, ешь. Не, все равно пока реально ничего готовить не могу. Потому что в большинстве своем нужно яйцо и молоко, а яйца сейчас идут на майонез. Всего этого мало, поэтому... Откуда у нас иризиевые слитки были? Когда я колола жоды, очень хорошее благоприятное время, выпадал иридий.
Иридий. Блин, нам бы еще пару. Ну, пока нельзя. Во-первых, потому что Клинтер делает кирку для Вики. Вот, и Вика сказала, что пока нельзя. Ну, живот у нас там ебейшее количество. Ну, почему такой угол дурацкий, бля? Как мне его там ловить? Это же пиздейшн. Кстати, грозы, это хорошо у нас. Акума зарядится, наверное. Ряд, у меня еще киндель уже. Я в лесу спилила. Вот осталось в лесу последнее дерево. Я его спилю. Ничего не знаю. Ну, правильно делаешь. Надо будет потом денежек подкопить и задумываться о коровнике. Сама вот. Положила наш. Ага, спасибо большое. А надо будет завтра сходить к этой и за 100 монет все-таки поставить. Вторую силусную башню, пожалуйста, присядь, кот. Ты гипер неудобен. Надо бы сейчас жить. Так, катка камень нужен. Катка камень. Час ночи, Зор. Да, я уже у нас. Подаю всякие штуки. Так, тебя подаю. Тебя подаю, так тебя оставлю. Я подаю. Ну, оставлю. На 50% дороже теперь рыбу продавать буду. О, это ого. Очень хорошо. А я вон сколько раз собирала ракушек разных. Смотри, прям. Ценник, ого-го. Ебать, радужная ракушка 375 за штуку. Хорошо, что я бесплатно эту рыбу покупаю. Покупаю бесплатно. Да. Ну как бесплатно? Цена дружба, да, одна? Цена одной выкинутой удочки. Так, я сейчас скину тебе вот в красный сундук. Там еще обсидиановый меч. Вот, я туда скину кристальный фрукт. Давай. Куда? Забирай.
Ага, вот прям вот здесь, всё, где я стою. Слышу, вижу, слышу. Со мной Эмиля разговаривает. Кристаль... А, так это плод. Окей. Ага. Это, ну, плод, это плод, потом из него вина надо, вино надо делать. А его не надо Гентру отдать, не? Нет. Гентру уже есть? Нет, это плод. Он не отдается Гюнтеру. Блин. А чё? Нет, он отдается, там было. Что вы можете его Гюнтеру отдать? Ну, хорошо, сейчас я посмотрю. В общем, по-моему, Эмили нет. Эмили предложила нет. Мне. Мне, блин, свою швейную машинку. Это, видимо, потому что я ткань одну открыла. У нас, вырос, у нас вырос виноград. Это ты что-то еще? Сварите, пожалуйста, железные слитки. Сварите? Железные слитки? Я просто не расслышал. Я так далеко? Сейчас, я пересяду. Так, все. Железные, из железа. Все, да. Все, принято. Так должно быть получше. Сорян, я просто уже так более-менее прилегла, вот кресло так уютненько. Я это просто... Игра. Да-да, давайте. Я вот как раз катки делала. Угу. А, у меня размножаются слаймы. И у них появился маленький слайм. Поздравляю, теперь ты мама. Теперь убью родителей его. Я убила мать, я убила ребенка, теперь убью отца. Все. Хреново, я же мать из тебя. Я не знала, что они спариваться умеют. Это в суде больше рассказывать. Тут меня оправдает этот человек. Я умею говорить. Ах ты! Не води нас каток, конечно. Ну, так они нас кормят. Ты против? Нет. Им надо просто более удачное место дать. А надо запросить у этой, у Робин, постройку сарая. И это будет такая, знаешь, типа отдельная комната. Ну, оно будет, оно не будет такой грязи создавать на карте. Это будет отдельный дом, вот. И там будет, короче, все катки стоять. Но я не знаю, сколько он стоит, и пока я не планирую как бы его делать, поэтому и не рвусь. Чё, у меня места нет? Да, места нет. Никуда ходить и ничего делать. Маша, учи меня фермерство. Чего? Фермерство? А чем, да, чем тебя научишь? У нас 19-й день, ничего вырасти не успеет. Значит, научи меня дом держать. Сходи, пожалуйста, к курицам. Возьми из сена дозатора сена. Там 4 штучки упадет. Не трать ты энергию, мать. И положи каждое сено на вот эту вот лавочку, скажем так, чтобы было 4 кусочка этого. Справилась, нет? Да. Супер, молодец, спасибо тебе большое. Ты только что покормила курочек. Мне надо реально вливаться в эту хуйню, потому что одна рыбалка — это, конечно, хорошо. Тебе не нравится? Но... Нет! Ну, я выловлю всех рыб, которые нужно. Дальше что? Ну, ты уже почти закрыла этот узелок. Ну, у тебя еще впереди... Дальше ты пойдешь со мной страдать в шахту в Египте. Да, пойдёшь в шахту. Аж меня там будут убивать падка, а то они там опаснее, чем здесь. Ты говорила, что ты сама справишься. Можно с осени, Вик, я вот буду держать вот этот центральный огород, да?
а тебе вспахать отдельный рядышком, чтобы ты только им заним, только ты им занималась. Это очень мило. Можно с осени, а можно у ясени. Нет, с осени, потому что 19 число сейчас. Остается, я понимаю, ничего не успеет. Да, ничего не успеет вырасти. Получается, зазря просто все твои работы будут. Хотя, наверное, тоже может быть. Вот давай я зайду к Пьеру, посмотрю самое быстро растущее. Дыня 12 дней, 11 дней, 13 дней. Семена перца вырастают через 5 дней. О, перец. Через 4 дня. Пшеница. Опа. Давай. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Отлично. Готово. Так, когда приду к тебе... Ух ты, бля... Я из помойки достала уху из форели. Нормально. Зарс кушает. Да. Люблю еду из помойки. А, это, кстати, она плюс один к рыбной ловле дает. Алмаз. Слушай, Вика, а если ты съешь какую-то вот эту херню на плюс один к рыбной ловле, сможешь ли ты лучше вытащить этого? Ну, того, чего ты там, экстрим хард туда-сюда? Хрен его знает. В теории, да. Только проблема в том, что эта херня действует какое-то количество времени, а рыба, сука, люди переменчивые. Понятно. Так, сейчас я зайду на пляж, посмотрю, выпали ли ракушки. Если да, соберу. Продать. И иду к тебе, готовая отдавать тебе пшеницу, которую ты будешь выращивать. Скопай себе отдельно 20 клеток. Где? Где хочешь, где тебе удобнее, где тебе нравится, чтобы они не соприкасались с основным огородом, чтобы я по ошибке, не по запаре, не стала ухаживать за твоим огородом. Просто вскопай. Я сейчас приду, нету ничего на пляже. Иду домой. Блять, хотела же заказать себе еще одну силусную башню. Ладно, с осени обязательно надо это сделать. Осени будет много, да. Осенью будет, да, надо просто, ну, чтобы этот... Я сделала. Все, 20 штук, иду. Так, пока меня нет, иди в ящик крайне правый и бери там простые эти, ну, простое удобрение или как-то так. Коробочка такая. Обычная, да. И все, все свои 20 грядок засыпай вот этим удобрением. А мне надо 20, да, взять, получается? Да бери все, а потом положишь обратно. Чё. Я сделала. Сейчас. Круто. Где ты? Тут. Да, держи. Берешь, высаживаешь все. Все 20. И потом поливаешь. Угу. Ну и все. Так. Знаешь, в чем может быть проблема? Сейчас. Там полоска вот сюда, справа. Вот сюда, вот-вот-вот. Да я понимаю. Мы я... третий... Я про то, что он может не доставать и какие-то эти... Ладно, ну, не достанет, не достанет. Чего мы третий? Мы третий свиток дворфов уже отдали, да, который голубой? Да. Сейчас подаем. Все, алмаз я поставила клонироваться. Угу. Все, ухаживай за этим, поливай каждый день, не забывай, и все. Забудешь, все испортится.
карп, санфиш, да, санфиш. Санфиш классно. Санфиш надо не трогать. Санфиш я заберу. Где она? Вот она. Три штучки. Две штучки заберу. Положу в сундук. Если лещ будет, то я смогу приготовить этот санфиш. Вкусный этот. Завтра тебе надо будет забрать свою кирку. Наверное, только ты ее можешь забрать, нет? Да. Окей, тогда положи свою кирку в этот, чтобы, когда я положу ее обратно, чтобы у меня было. А чего я сюда полезла? Ну, там места нет. Справа ты не забрала, сама. Иду. Забрала. А, я поняла, что я туда полезла. Мне нужен кварц. Я забрала. Угу. Топаз. Чтобы я еще хоть раз в жизни в свой день рождения пошла играть с кем-то, кроме трех людей, блядь, да никогда нахуй. Прекрати.